Лечебно-профилактические учреждения Одессы, которые оказывают антирабическую помощь населению, в данный момент обеспечены вакциной от бешенства, сообщают в Департаменте здравоохранения городского совета. 600 доз были закуплены за счет средств государственного бюджета и распределены по медучреждениям. А это медпункты при 1-й и 29-й поликлиниках, 3-й больнице. Также хирургические кабинеты при 20-й поликлинике, 8-й и 11-й больницах Одесской областной детской клинической больницы. Как сообщают в управлении Госпродпотребслужбы, в Одессе принимать морские ванны можно без ограничений. Вода на таких пляжах, как Лузановка, Ланжерон, Отрада, Дельфин, Аркадия, Чайка, Курортный и Золотой берег, соответствует всем нормативным требованиям. Врожденным пороком сердца и оперативным вмешательством при таких патологиях была посвящена пресс-конференция доктора медицинских наук, профессора Одесского национального медицинского университета Романа Иосифовича Лекана. По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем с такой патологией рождается 10 малышей на 1000 новорожденных. Причем довольно частыми стали случаи, когда малыши появляются на свет с критическими пороками сердца. Ежегодно у нас где-то рождается 360 детей. Ну и где-то около 60-70 с критическими пороками сердца. Многим малышам срочное хирургическое вмешательство необходимо даже в первые дни жизни, поэтому здесь необходима четкая последовательность действий. Во-первых, выявление патологии у плода еще в утробе матери во время беременности. Правильное ведение гинекологом будущей мамы, проведение родов акушерами-гинекологами и постоянное взаимодействие с кардиохирургами. Очень важно, чтобы в роддомах был альпростан, это препарат, который позволяет сохранить ребенку жизнь. Так называемый простагландин Е1. Ну что, рождается такой ребенок в роддоме, нужно сразу подключать этот препарат. Если мы ставим диагноз дуктус-зависимого порока сердца, они все обречены. Без этого препарата баталовый поток может закрыться, и ребенок от гипоксии умереть. С каждым годом количество детей, которых спасли одесские кардиохирурги, увеличивается. Применяют специалисты как открытые оперативные вмешательства на сердце, так и эндоскопические. Напомним, что в этом году доктора уже стали проводить пластику дуги аорты новорожденных. Операция проходит в особенных условиях для пациента. Температура его тела снижена до 18 градусов, а ребенок находится на искусственном кровообращении, причем в течение 30 минут только лишь одного мозга. Также проходят и эндоскопические операции через небольшие разрезы. В основном такие вмешательства проводятся при дефектах межжелудочковой и межпредсердной перегородок. Если нет сердечной недостаточности, хорошая коррекция порока, даже одножелудочкового сердца, дети развиваются и не требуют обучения на дому. То есть вместе своими сверстниками идут в школу. Конечно, они, у них исключены нагрузки физической подготовки. То есть мы исключаем эти нагрузки. Ну, а так они развиваются. Девочки могут рожать тоже, даже после операции Фонтена. Благодаря оперативным вмешательствам докторам удается восстановить анатомию сердца, и дети могут жить полноценной жизнью. На прошлой неделе большая одесская семья пополнилась на 261 малыша. Из них родилось 140 мальчиков, 121 девочка и 3 двойни. Больше всего новорожденных, 72, появились на свет в 7-м роддоме.